Город Куттер. Слушайте внимательно. Значит, когда приедем в город Куттер, я вам сначала покажу место, где наши автобусы будут. Это самое важное, где автобусы будут. Вы не думаете об этом, какого-нибудь цвета, названия или номера, это вообще не важно. На том месте, где наши автобусы будут, я там буду раньше, минут 15 или 20. Когда увидите меня, подходите, я вам покажу автобус. Значит, очень-очень просто. Когда приедем сейчас, не спрашивайте сразу, где автобусы будут. Подождите, пока я собираю всю группу, потом вместе пойдем. Я вам покажу, где автобусы будут. После этого у вас есть выбор, вы можете пойти на экскурсию со мной по старому городу. Экскурсия занимает примерно полчаса. И кто хочет на экскурсию, он должен заплатить 1 евро городу Куттеру. Детям бесплатно. Вы можете самостоятельно ознакомиться с городом, если вы просто не хотите пойти на экскурсию, можете там самостоятельно прогуляться по старому городу Куттер. Это снова ваш выбор. So, we will stop in 10 minutes in our Куттер. Listen very carefully now. So, when we stop there, first, I will show you the place.